Ну что ж, дорогие друзья, я представляю вам моего гостя. Это Олег Ферштейн, продюсер, режиссер и фотограф. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, ну в Шымкенте вы бываете наездами. К сожалению, да. Угу. А как вам мнение, что бывших шымкенцев все-таки не бывает? Бывших чимкенцев не бывает. Чимкенцев не бывает? Да. Наверное, я не знаю. Это... Но вы себя ощущаете чимкенцем, когда оказываетесь уже на второй родине, скажем так? Я очень скучаю по людям здесь, да, это правда. Я не знаю, насколько я себя ощущаю шымкенцем, но я очень скучаю по людям, которые здесь остаются всегда. Всегда, когда приезжаю, у меня всегда очень трепетное состояние. Ну, спускаетесь по трапу, трепетное состояние, а потом, вот не бывает такого, ну все, я здесь побыл один день, недостаточно, хочу домой. Нет, наоборот, мне всегда мало. То есть мы приехали в этот раз на 2 недели. И я понимаю, что я просто не успею все, что я хочу сделать. Я хочу поехать и на Казгурт, и я хочу поехать и на Аксу поснимать. Я хочу увидеть всех своих друзей и одноклассников, которые здесь остались. И времени не хватает. Мне всегда мало. Как вы стали режиссером? Что послужило толчком? Трудно сказать. Дело в том, что меня всегда тянуло на сцену. Я занимался бальными танцами в школе. Всегда выступал, организовывал вечера школьные и так далее. Потом я поступил здесь в педагогический институт, и там, в общем, началась моя сценическая карьера по большому счету, потому что мы стали ставить произведения. И тогда я, в общем, решил, что я, в общем, никак не хочу быть актером, а меня больше интересует режиссура. Я ушел в армию в 1985 году и параллельно поступил, тогда мне повезло просто с моим командиром, который разрешил мне параллельно учиться на подготовительных курсах у Анатолия Васильева в ГИТИСе. А затем уже, когда я ушел из армии, я сразу поступил в театр на Таганке, то есть в Щукинское училище, на факультет режиссуры, на курс Юрия Петровича Любимова. Ну вот как за рубежом отнеслись к вашему советскому на тот момент образованию? Были ли какие-то сложности? Пришлось ли еще раз что-то оканчивать? Нет. Мне с моей профессией ничего оканчивать не пришлось. Во-первых, когда я приехал, я приехал за рубеж по контракту. Меня пригласили сначала ставить спектакль в Женеве, потом Амстердам, потом Барселона, Лондон. И я как бы влился без всяких специальных дополнительных доказательств своей профессиональности. После этого я стал преподавать в школе искусств в Голландии. Вот так. Нет, мне не надо было ничего доказывать отдельно. То есть тогда еще образование это котировалось везде? Более того, 94-й год, когда я приехал, Россия и вообще русское искусство было дико модным. Поэтому меня обняли со всех сторон. Вас буквально ждали, получается. Да, меня обняли, то есть было очень, в этом смысле было приятно. Сейчас эта мода сошла на нет, слава богу, потому что сейчас уже мы занимаемся творчеством, по большому счету. Тогда вот нам нужно было как-то представлять некое русское искусство. То есть я начал свою карьеру с постановки Мейерхольда «Циники». Это был первый спектакль, который я поставил в Амстердаме. Ну, а сейчас над чем работаете? А сейчас мы поднимаем очень большой проект. Это сценическая и кинопродукция, основанная на одноименном рассказе Хорхе Луи Борхеса «Бессмертный». Мы решаем ее с куклами бунраку. Это старый, древний японский вид кукловодчества. То есть одной куклой манипулируют 3 человека. Это не марионетки, это очень важно. Вот это очень такой большой проект, который мы уже вот второй год мы его поднимаем. Это очень, он требует достаточно большого бюджета, поэтому это все идет очень медленно. Но мы двигаемся. Почему требует большого бюджета? Это сами потому что, куклы такие? Нет, во-первых, это международный проект. Там работает, например, у нас работает фотограф из Румынии, у нас работает фотограф из Италии. Человек, который создает кукол, во-первых, создание кукол, мы делаем их сами. Это очень трудоемкий процесс, долгий.
кукла должна быть, кукла у нас оригинальная, поэтому каждая отдельная кукла разрабатывается, и на ее производство уходит месяц, чтобы сделать одну куклу. Поэтому это очень долго. И, соответственно, это дорогие материалы. Кукла должна быть пластичная, каждая кукла состоит из 34 сегментов, то есть она абсолютно, вот, у нее все двигается. Ну, надо же. Вот, и поэтому, да, это трудоемкий, дорогой процесс. Ну, а вот как фотография появилась, страсть к фотографии? А фотографией я начал заниматься, дело в том, что я организовал, я учредил свою продюсерскую компанию, которая занималась документальным кино. И так как я снимал документальное кино, то я потихонечку взял в руки камеру, и вот 3 года я уже занимаюсь профессиональной фотографией, то есть я продаю фотографию. Вот это, но я занимаюсь исключительно художественной фотографией, я не занимаюсь коммерческой фотографией, то есть я не делаю заказы на, там, я не занимаюсь гламурной фотографией или фэшн. Исключительно художественная фотография. Вот, то есть исключительно то, что вы на данный момент посчитали интересным? Да, нет, я придумываю проекты. Я придумываю проекты фотографические. Вот сейчас, да, кстати, я вот хочу снять для... Я хочу участвовать в... есть такое International Photography Organization, Sony, да, то есть это, я хочу участвовать в этом конкурсе. И для этого мне нужно сделать... как профессионал я должен предоставить серию фотографий, то есть не может быть отдельной фотографии, это должна быть серия. И вот я хочу очень снимать здесь, в Казахстане, я хочу снимать, это называется долгая выдержка фотографии в степях казахстанских. Ну вот вы приезжаете в Чимкент раз в 4 года, да, получается? Или просто последний раз были 4 года? Последний раз я был 4 года, до этого я был 1.5 года, как у меня было. На ваш взгляд, что утратил город? А что приобрел? Это коварный вопрос. Потому что я как-то давал здесь интервью журналу в Чимкенте. И я сказал о том, что город Чимкент – это город, в котором я всех знаю. Но этого города уже нет. И вот если говорить о том, что он утратил, так вот он утратил вот именно это. То есть того города, в котором я вырос и в котором я жил, к сожалению, нет больше. Я очень скучаю по людям, которые здесь остались, мои одноклассники и друзья. А что он приобрел? Ну, во-первых, Чимкент невероятно вырос, конечно. То есть я помню последнее, что я помню, границу Чимкента, это был БАМ, да, как бы так называлось. А сейчас вот я сотрудничаю с группой художников, называется это... «Кызылтрактор», Саид Атабеков, вот, мы с ним, в общем, пытаемся сотрудничать. Он привез меня к свою мастерскую, там, где областной центр. Новый областной центр. И это вообще город, в котором я никогда не был. Это вообще такой новый город, совершенно незнакомый мне, я ничего не знаю там вообще. Вот у меня, поэтому у меня такое странное ощущение. Когда я выхожу из дома, да, то вот расстояние от школы до дома я знаю хорошо, все знаю, что происходит. Хотя оставьте меня ночью на какой-нибудь улочке, я заблужусь. Даже неподалеку от дома. Даже неподалеку от дома, потому что я не узнаю, естественно, всех этих новых ресторанов, колоссальное количество каких-то магазинов, этого не было же никогда. Вот так. Понятно. Здесь у вас какой-то свой проект, вы сейчас упомянули. Вот с Саидом Атабековым мы хотим сделать фильм о Кокпар. Это вот этот проект, который сейчас я пытаюсь проработать. То есть, во-первых, я очень мало знаю про эту игру. То есть мне нужно сделать исследование, мне нужно изучить, о чем речь идет. И пока меня очень привлекает форма, меня привлекает эта дантовская история лошадей, которые там крутятся в этом кругу. Это очень интересно. И Саид, он очень интересный фотограф и художник, то есть его предложение, как он видит себе все это, меня привлекает. Но я, как режиссер, в данном случае должен придумать историю всего этого дела. Вот это то, над чем я работаю сейчас, и я надеюсь, что этот проект случится. Очень надеюсь. Какие ощущения, когда вы уже сидите в самолете, который поднимается и уносит вас от Чимкента? Ну, грустно, конечно, всегда. Очень грустно, потому что у меня мама здесь. Мне очень трудно, мне очень грустно всегда с мамой расставаться, потому что мама уже далеко не молодой человек. И мы... Ну, это всегда тяжело. Конечно. Да. Мы с мамой общаемся Skype в основном.
Но скайп это все-таки одно, а живое общение конечно, совсем другое. Ваши пожелания всем, кто нас сейчас смотрит? Мое пожелание, да будьте счастливы, господа, чтобы все было хорошо в Чимкенте, чтобы в Казахстане сложилось все как оно должно быть, чтобы Казахстан стал чтобы Казахстан стал достойной республикой мира. Вот что вам хочется пожелать. Здорово. Спасибо вам, что были сегодня с нами. И спасибо всего вам. Вам доброго. Всего доброго.